Введение в эксплуатацию детского сада в микрорайоне Гагаринский на 140 мест и ход строительства ФАПа в селе Душоново. Актуальные вопросы в сфере строительства обсудили на совещании в администрации района. Фельдшерско-акушерский пункт строится в селе Душоново. На данный момент возведена коробка, подведены коммуникации. Однако сейчас строительство приостановлено. Строительство не ведется из-за отсутствия финансирования. Сейчас мы приняли решение обратиться в министерство за разъяснениями. Контракт им был продлен. Хотим уточнить, какие сроки, когда мы ожидаем завершения строительства и когда у нас ожидается возобновление финансирования. Как только будет возобновлено финансирование, инвестор готов приступить к дальнейшему строительству. Также на совещании обсудили передачу в муниципальную собственность детского сада на 140 мест в микрорайоне Гагаринский. На прошлой неделе застройщик компании «Векострой» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Поскольку дошкольные учреждения встроены-пристроены, необходимо также было разделить земельный участок. Сейчас подаем все документы на раздел земельного участка, и после получения этого земельного участка будет обращение от детского сада, и мы предоставим его в постоянное бессрочное пользование. Параллельно составляется инвентаризационное ведомство о передаче имущества. Кадастры паспорта на все подготовлены. Решить все текущие вопросы и запустить объект в администрации планируют в течение месяца. Кроме того, на повестке дня снос двух старых домов номер 14 и 16 по Первому Советскому переулку. 14-й дом у нас весь переселен, отключен от коммуникаций, и застройщик уже готов приступить к сносу дома. Что касается второго дома, это Первый Советский переулок, дом 16, там у нас еще проживают 3 семьи. Я думаю, что в течение месяца мы предоставим им жилье и также приступим к сносу этого дома. Дарья Соснегова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».